Здесь стоит осмотреться. И это полное. Странно. Красота. Хорошо будет смотреться в доме. Пошла. Бинты, бинты. Бинты, бинты. Бинты! Бинты! Да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть – вопрос нескольких минут. Боги. Что тут произошло? Я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь, перебинтовать, и тут вы появились. Помочь незнакомцу – дело достойное. Если честно, я когда его увидел, испугался, что это засада. Чуть было плетью его не ударил. Ну как я мог бросить человека в беде? Нехорошо это. Неправильно. Многие считают это очень даже правильно. Если хочешь идти, вытри как следует руки и сожги рубаху. Можно для верности еще и кожу тимьяном натереть. Запах крови может привлечь упырей. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А, понятно. Вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая, края гладкие. Колющее оружие или мощные когти? Может, виверна? Сложно сказать. Хм.
Необычный нагрудник, покрыт патиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь, знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать, из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите, я пойду с вами. Так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Дорога ведет к дому на холме. А там гробовая тишина. Наверное, ноги он себе здесь сломал. Пытался перелезть через стену и упал. Похоже, он хотел отсюда сбежать. Ворота заперты изнутри, они повреждены. Похоже, нечто пыталось вырваться. Ой, у меня от одной мысли мурашки по коже. Твою-то мать. Ох, боги! А здесь-то что творилось? Банкет? Похоже на то. Вы как думаете, живые-то есть? Боги! Служанка заколота. Больше дюжины ударов, некоторые нанесены посмертно. Поверить не могу, что это дело рук человека. Такое только чудовище могло сотворить. Сгорел заживо, температура была огромная. Лебеда, проповедник благой вести, спаси нас и сохрани. Тело пробито очень мощным ударом, сталь он прошел насквозь. Нагрудник такой же, как у человека с тракта. Горло разодрано одним сильным ударом. Рядом щит, старый и выщербленный. И церемониальный меч, работа Айнсиде. Церемониальные чаши? Для жертвоприношений? Каких? Прошу, не говорите, что человеческих. Следы огня. Что-то здесь горело? Взорвалось? Какой крепкий запах. Множество ран на теле. Раны колоты, но отчего непонятно. Это человек, но одежда эльфская. Вы уверены? Откуда он ее взял? У нас в Тусенте нелюдей совсем мало. Убегал, потом упал на землю, чтобы сбить огонь. Безуспешно. Запах гари становится слабее. Может, кому-то удалось отсюда убежать. Куртка горела, он содрал ее с себя, бросил и помчался дальше. Послушайте, может, там нет никого? Я знаю, что ты внутри. Слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем. Они все еще там? Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь.
Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин, правитель этих земель и председатель исторического общества Тусента. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения, но такое у нас впервые. Кто такие они, о которых ты говорил? Это... Я не знаю, кто это были. Духи. Все случилось так внезапно. Мы готовили сценку. Девитав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать, сорвал куртку, забрался сюда и запер за собой дверь. Я слышал, как они ломятся в дверь, решил уже, что вышибут и мне конец, но потом все затихло. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа. Наверное, Каргадуха или Стуба. Корго... Что? Лучше всего, конечно, все повторить. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы эта тварь нас убила? Нет. Хочу, чтобы она никого не убила, поэтому мне и нужно, чтобы ты заново ее вызвал. Тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда. Дюран, как думаешь, я смогу в одиночку разыграть эту сцену? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусента. Понадобится хотя бы 3 человека. Зараза. Не хочу я подвергать вас опасности. Мастер, по вашим словам, выходит, что я виновник этой резни, невольный, но все-таки. Так что мой моральный долг помочь вам. Да не оставят нас боги. Я тоже помогу. В таком случае займитесь телами. Время есть, представление будем устраивать ночью. Вещи такого рода после захода лучше получаются. Остается только вопрос моей оплаты. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Я буду королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, сыграете эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девитав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Не мешайте церемонии. Девитав положил у ног Людовика биннен, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином гвинет, сладкой кровью земли, которой он лишился. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически...
передавая людям свои войска. Не сгибая спины, эльфский король обнажил клинок и упал на колени, признавая свое окончательное поражение. И молвил Людовик: «Я принимаю твою власть и вернусь через год». Смотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка! Жалкое зрелище. Скульптуры, они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... Может, мне лучше начать сначала? Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Горгоной в 782-м. И хорошо, что так. Ведь Девитав собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы — воплощение коварства. Тьфу! Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю, а людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да, в каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак, но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Прощайте.
Давай! Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Любопытно. Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного тканей. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Какие вороны полезные. Часто они тебе помогают? Я стараюсь этим не злоупотреблять, но они и правда бывают полезны. Я хотел быть уверен, что смогу быстро прийти на помощь, если что случится. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял. Что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь. В состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. Еще короче, безумия. И это будет очень опасно. Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать?
Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесхам мутно. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовищ. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия. Похоже, дело нас ждет. Да, конечно. Дай знать, когда мы... Регис? А. А что это такое? Тесхам мутно. Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесхамутна возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дальвинита и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше 200 лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесхам мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в 100 раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесхамутна, а то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Ты точно знаешь, что делаешь?
Могу только надеяться. Прошу тебя, пойдем. Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться. Я бы не хотел причинить тебе зла. Веди. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Что за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Туссент был для вампиров важным местом.